नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं च नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय ततो जयमुदीरय नक्षत्रेषु वभद्रेषु नक्षत्रेषु वभद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्ति स्थिति भक्ति भवति नैष्ठिकि. We're reading from Bhagavatam, Canto 6, Chapter 3. Yamaraj instructs his messengers, the Yamadutas. Asura, Manushya, Kutonu, Vidyadara, Charanadaya. Translation. 16? No. 19. I'm sorry. По translation. Истинные законы религии устанавливает сам Верховный Господь. Этого не могут сделать ни великие риши с высших планет, ни полубоги, ни правители Сидалоки, хотя все они пребывают в гуне благости. Что уж говорить об асурах, обычных людях, видьядхарах и чаранах? Комментарий Шрилы Прабхупады. На вопрос вишнудутов о том, что такое религия, ямадуты ответили словами «Веда пранихито дхармах». Религия – это предписание вед. Но ямадуты не знали, что многие из предписанных ведами обрядов недуховны. Их назначение – обеспечить мир и порядок в обществе людей с мирским складом ума. Истинные законы религии выше трех гун материальной природы. Они – истрая гуния, трансцендентные. Ямадуты не знали этих законов и, естественно, недоумевали, почему вишнудуты не позволили им схватить Аджамилу. В Бхагавадгите 2.42 Кришна говорит о материалистах, приверженных к ведическим ритуалам. Ведавадарата Партхан Наньят Астити Вадинах. Мнимые последователи вед утверждают, что нет ничего важнее предписанных ведами обрядов. В Индии сейчас есть немало людей, которые ставят ведические обряды превыше всего, но не понимают, что цель этих обрядов – помочь человеку постепенно подняться на духовный уровень и познать Кришну. Таких людей Кришна называет ведавадратами. В этом стихе утверждается, что истинный закон религии тот, который установлен самим Верховным Господом. Закон этот провозглашен в Бхагавадгите Сатвадхарман Паритеджа, Мамун Камшинам Раджа. Нужно безраздельно предаться лотосным стопам Кришны, отбросив все прочие цели. Это закон для всех, но известен он только не каждому, далеко не каждому. Его может знать даже тот, кто строго выполняет предписание вед. Что уж говорить о людях, даже полубоги на высших планетах не знакомы с этим трансцендентным законом. Узнать о нем можно либо от самого Верховного Господа, либо от его доверенного представителя, о чем будет сказано в следующих стихах. Чакшурмилитам Йена Майам Дадати Свападантикам Вандеям Шри Гуру Шри Йата Пада Камалам Шри Гурум Вайшнавам Ща Шри Рупам Сакрачатам Сахагана Драгнатам Витам Там Саджевам Sarvaitam Samadutam Parichana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanitam Shcha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tata Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Viye Vancha Kaupata Rubhyascha Kripa Sindhu Vahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha
Намао Вишнупадая, Кришна Приштая Бхутале, Шримате Бхакти Веданта Свами Нити Намине, Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади Пашчатьядвишатарине, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, Lord Yamaraj is instructing his servants, the Yamadutas. Итак, Господь Ямарадж дает наставление своим слугам Ямадутам. Because the Yamadutas had been defeated when they were trying to arrest Ajamila. Потому что Ямадуты они потерпели поражение, когда они хотели схватить Аджамилу. Now the Yamadutas considered Ajamila to be a sinful person, and he deserved to be punished by Yamaraj. Ямадуты посчитали Аджамилу греховным человеком, и то, что он заслуживает наказания от Ямараджа. But the Vishnudutas challenged the Yamadutas that you're not following religious principles. Но Вишнудуты, они бросили вызов Ямадутам, они сказали, вы не следуете религиозным принципам. And they asked the Yamadutas, what are the principles of religion? И тогда Ямадуты спросили, каковы же принципы религии? And so the Yamadutas said, well, the principles of religion are described in the Vedas. И им ответили, что принципы религии, они описаны в Ведах. But then this is not completely true. Но это не совсем точно. Because the Vedas mainly talk about material religion. Потому что в Ведах в основном говорится о материальной религии. The Vedas only speak about how we can enjoy material world. В Ведах говорится о том, как мы можем наслаждаться в этом материальном мире. Therefore, you see in Lord Brahma's prayers, in the Brahma Samhita, it said, Vedeshu Durlabham, that it's very rare that you will know Krishna or Govinda from the Vedas. Господь Брама говорит в Брахма Самхите, что очень редко вы можете понять Господу Кришну из Вед. Because the Vedas speak more about the three modes of material nature. Потому что в основном Веда говорится о трех гунах материальной природы. And the Vedas give many different instructions about how we can follow the principles of material religion, and by following the principles of material religion, you get economic В Ведах в основном говорится о том, как следовать принципам материальной религии для того, чтобы получить потом экономическое развитие. Right, material religion, dharma, leads to artha, economic development. Материальная религия, карма, она ведет потом к экономическому процветанию, к артхе. And then from artha you get kama, sense gratification. И артха дает каму, чувственное наслаждение. And the idea of the Vedas is that after sense gratification, then you will want liberation. Идея Вед состоит в том, чтобы через чувственное наслаждение прийти к освобождению. But it doesn't usually happen like that. Но обычно так не происходит. People get economic development. Люди добиваются экономического процветания. And then they want sense gratification. И затем хотят наслаждать чувства. They don't want moksha. Им не нужна мокша. They just want more sense gratification. Им нужно еще больше чувственных удовольствий. They think, well, I haven't had enough sense gratification. Они думают, мне недостаточно чувственных удовольствий. I need more sense gratification. Мне нужно больше. When I get more, after I get more sense, maybe I'll think about liberation. Когда я получу еще больше, тогда, может, подумаю об освобождении. But nobody says, okay, I've had enough sense gratification. И никто не говорит, все, с меня достаточно. Мы всегда хотим больше чувственных наслаждений. We want more economic development. Мы хотим еще больше экономического развития. We never say, had it, well, it's enough. We don't think, oh, we're developed enough. We want more economic development. Мы никогда не думаем, что мы достаточно развились экономически. Мы хотим всегда большего.
So this is a problem with that level of thinking. И это проблема на этом уровне мышления. You just follow the Vedas. Following the Vedas is good for people. It keeps them away from sinful activities. Но следование Ведам это тоже хорошая вещь, так как она ограждает людей от греховных поступков. But it doesn't help them to get free from the material world. Но это не помогает им освободиться от материального мира. Therefore, in the Bhagavad Gita, Lord Krishna told Arjuna, Trigunya Vishaya Veda, Nais Trigunya Bhavarjuna. That Arjuna, you have to rise above the modes of nature. The Vedas deal with the three modes of nature. Rise above the modes of nature. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад Гите, Кришна, ты должен подняться над тремя модами материальной природы. Веды, они говорят о гунах, ты должен подняться над ними. If we're in the modes of nature, then sometimes we may be in goodness, but then sometimes we will be in passion, and sometimes in ignorance. Находясь в гунах материальной природы, мы иногда находимся в благости, иногда в страсти, и иногда в невежестве. It's the nature of the three modes that there's always competition between the three modes. Природа этих гун — это постоянное соревнование между гунами. Sometimes goodness is conquered by passion, and sometimes by ignorance. Благость ее сменяет страсть, и на ее смену приходит невежество. We try to be in goodness, but then sometimes passion or ignorance comes along. Мы хотим быть в благости, но иногда гуна страсти побеждает или гуна невежества. This is the nature of the three modes. Такова природа этих гун. So we have to somehow we have to get free. Поэтому мы должны освободиться от влияния этих гун. First of all, we have to get free of passion and ignorance. В первую очередь нужно освободиться от влияния гун страсти и невежества. That is difficult. Это очень сложно. We're living in a passionate place. Мы живем в месте, которое пропитано гуной страсти. Everywhere they promote passion, they advertise passion. Enjoy the passion. На каждом углу идет реклама, где говорят, что наслаждайтесь. Taste the passion. Попробуйте эту страсть. Feel the passion. Почувствуйте эту страсть. If you look, I see everywhere this word passion. They use it in so many billboards and advertisements. Слово страсть, оно используется во многих рекламных объявлениях, плакатах. И мы думаем, о, страсть, здорово, нам нужно насладиться этой страстью. Bhagavad Gita, however, describes the result of passion is distress. Но Бхагавад Гита объясняет, результатом страсти будут страдания. Right? You get some passion, and after some time it becomes distress. После того, как вы попадаете в страсть, результат будет страдание. I was in India, and there was this one very rich man, rich Indian man, businessman, and he had this car. It was a very expensive car. It was a racing car. Я был в Индии, там был один очень богатый человек, и у этого человека была роскошная машина, это была гоночная машина. It was called a Ferrari. Это был Ferrari. Like motor racing car. So cost. Она стоит просто безумных денег. And he was driving this car one Sunday morning. И как-то он ехал на этой машине в воскресенье утром. He was with his friends and they were enjoying their cars. Они наслаждались поездкой с друзьями. And somehow this car he was driving and he got behind a truck and somehow something happened and the car turned over and he was killed. The car was destroyed. И он ехал позади какого-то грузовика, что-то шло не так, машину занесло в сторону, и они все разбились, они все были убиты, машину разнесло. And he died, you know, he was like stuck in the car for one hour, they were trying to get him out. Эта машина, она, он стрял в этой машине, не смог из нее выбраться. And he was saying, I can't breathe, I can't breathe. И он говорил, повторял, я не могу дышать. Then after an hour, when they managed to get him out, he was dead.
И когда только через час его оттуда достали, он уже был мертв. That's passion. Вот это страсть. Yeah. И people like, I saw restaurants that taste the passion, enjoy the passion. Есть различные рестораны, где можно насладиться этой страстью. You eat passionate food, it's very bad for health. И если вы едите пищу, в гуне страсти, это очень вредно для здоровья. You'll get so many problems with the body. You get, you will may become diabetic or heart disease. В результате будет очень много проблем с телом, например, диабет или сердечные заболевания. High blood pressure. Высокое давление. Eating passionate food is not very good for health. Есть пища в гуне страсти, это очень вредно для здоровья. But some people, they have to eat passionate food. Но некоторые люди, они вынуждены есть такую еду. One country I go to preach is Malaysia. And there are many South Indian, there's a number of South Indian devotees there. Однажды я проповедовала в Малайзии, и там было очень много преданных из Южной Индии. The South Indian people, they all have to eat passionate food. Eat so much chili powder. И люди из Южной Индии, они вынуждены есть пищу в гуне страсти, они кладут туда так много перца чили. Everything they cook, so much spices with a lot of chili, will look very red. Они готовят пищу с огромным количеством специй, кладут туда чили от того, что она становится от этого красной. And many of them, they're all suffering from problems, health problems. И многих у них есть проблемы со здоровьем. But they cannot live, they cannot eat the food if there's not. If it's not chili, if it's not spicy. Но они просто не могут есть пищу, которая без чили, которая без специй. So the modes of nature are very strong, and the passion and ignorance are very, very strong, bind us, keep us entangled in the material nature. Гуны материальной природы очень сильны, особо гуны страсти и невежества. Они связывают нас и держат нас здесь, связанными в этом материальном мире. So therefore in Srimad Bhagavatam we learn that we have to rise above the modes of passion and ignorance. Поэтому благодаря Шримад Бхагаватам мы должны подняться над гунами материальной природы. We have to come to the mode of goodness. Должны подняться к гуну благости. The mode of goodness means, just like we were talking yesterday, the qualities of a brahmana. The brahmana is a symbol of the mode of goodness. Как мы обсуждали вчера, гуна благости, ее символом является брахман. Брахман находится в гуне благости. A brahmana is not ambitious to become rich or famous. У брахмана нет таких желаний стать богатым или знаменитым. He wants to live simple life, cultivating spiritual knowledge. Ему нравится жить простой жизнью и развивать в себе духовное знание. And whatever he has, he shares with others. И что у него, все, что у него есть, он делится этим с другими. The brahmana, we said there's the brahmana and there's the kripana, the miserly person. Мы сказали, что есть брахманы и есть крипаны, скупцы. The brahmana, whatever he has, he will give for others. И брахман все, что бы у него ни было, он это отдает другим. Just like there's a story in Srimad Bhagavatam, how Indra had to fight the big demon. В Шримад Бхагаватам есть такая история, как Индра сражался с демоном Вритасурой. I was telling you about Vritasura, huge demon, he's so big, and all the demigods, when they saw him, they were afraid, they turned to run away. Я рассказывала об этом демоне Вритасуре, он был невероятных размеров, и все полубоги, они когда видели его, просто разбегались в ужасе. So Indra was thinking how to defeat this demon. И Индра, он ломал голову над тем, как победить этого демона. So he prayed to Lord Vishnu, oh, please help us. И он стал возносить Господу Вишну молитвы: спаси нас, пожалуйста. Can you kill this demon for us? Ты можешь убить для нас этого демона? Because usually the Lord comes, he will kill the demons, you know. Потому что обычно Господь приходит для того, чтобы убивать демонов. So Indra prayed, can you kill this demon for us? Can you kill this demon also? И Индра начал молиться: ты можешь и этого демона для нас убить? But Lord Vishnu said, "No, I'm not going to kill him. You kill him yourself." Но Вишну сказал: "Нет, я не собираюсь убивать этого демона. Убей сам." Because
Because this demon was actually a he was the son of a brahmana. Потому что этот демон, он был сыном брахмана. So Lord Vishnu didn't want to kill this demon. И Господь Кришна не хотел убивать этого демона. But he told Indra, if you want to kill him, you have to kill him yourself. И поэтому сказал Индре, если ты хочешь его убить, убивай его сам. But Indra said, how will I kill him? I don't know how to kill him. Но Индра спросила, как же я могу убить его? So Lord Vishnu told him, there's a great yogi, Dadichi. Go and ask him for the bones from his body. And from the bones of his body, you can make a weapon which can kill the demon. И Господь Вишну сказал, что есть такой йога, великий йог, который зовут Дадичи. Из его тела, кости из его тела, ты должен сделать из них оружие, чтобы убить этого демона. So Indra had to go to this yogi. He was a very renounced yogi, very detached. And Indra asked him, can you please give me the bones from your body? И Индра отправился к этому йогу. Это был очень отрешенный йог. И Индра обратился к нему с просьбой, ты можешь отдать мне кости из своего тела? No, would you like to give the bones? No. Вы бы хотели отдать? Not an easy thing to do, is it? Give the bones from your body. Не очень приятная вещь, да, отдать кости со своего тела. So the yogi said to Indra, he said, don't you know the body is the thing we're most attached to? Этот йог сказал, разве ты не знаешь, что тело — это та вещь, к которой мы привязаны больше всего? It's the most difficult thing to give. Это самая трудная вещь, которую мы можем отдать. And so Indra said to him, said to the yogi, he said, you know, it's not easy to ask for charity either. Но Индра сказал ему, знаешь, милостыни просить тоже не так просто. You should appreciate my situation. I'm asking you for charity. It's not easy to ask you. Он говорит, пойми, пожалуйста, и мое положение. Мне тоже не так просто тебя просить об этом. I know it's not easy to give, but it's also not easy to ask. Я знаю, что это не так просто давать, но это не так просто спросить. So the yogi agreed, okay, I'll give you my bones. И йог согласился, он говорит, хорошо, я отдам свои кости. And Indra made a weapon and killed the demon. И Индра сделал оружие и убил этого демона. So this is a Brahman, this is not a goodness, you're not attached. Это и есть Брахман, это и есть гуна благости, он не привязан. You're not greedy. Он не жаден. Live peaceful, satisfied with whatever is given by the grace of Krishna. Он живет очень умиротворенно и удовлетворен тем, что есть. We should always think how to make my life more in the mode of goodness. Мы должны постоянно думать о том, как перевести свою жизнь в гуну благости. How to minimize the demands of my body. О том, как сократить потребности своего тела. How to regulate my senses. О том, как регулировать свои чувства. How to get free of this passion and ignorance and be situated in the mode of goodness. Как избавиться от невежества, от страсти и находиться в гуне благости. Of course, we don't just want to be in the mode of goodness. We want to transcend the mode of goodness. Конечно, мы не должны оставаться потом в гуне благости, мы должны подняться над ними. Some people are in the mood of goodness, you know, they're vegetarian, they're very pure in their habits, but sometimes they're also influenced by passion and ignorance. Есть люди в гуне благости, они вегетарианцы, они очень чисты, но так или иначе они все равно попадают под гуны страсти и невежества. Sometimes also they get become degraded. They're not fixed in the mode of goodness. Так или иначе, но они все равно деградируют, они не могут постоянно оставаться в гуне благости. Sometimes when devotees will go for book distribution, we will think to go to people who are in the mode of goodness. И люди, которые идут распространять книги, обычно они ищут людей в гуне благости. We think they're more pious, but often the people who are in the mode of goodness are not so pious. И обычно мы думаем, что эти люди, они более благочестивы, но это не так. Обычно они не так благочестивы. You find the people who are intoxicated, they often give charity by books more than the people in the mode of goodness.
Обычно люди, которые находятся под какой-то интоксикацией, они дают больше пожертвований, чем люди в более благости. For Krishna arranges for we don't know who's going to be a devotee. That's the thing that we can't think that only people in the mode of goodness are qualified for Krishna consciousness. It's Krishna consciousness that we try to give it to everyone. Мы не должны думать, что какие-то только люди предназначены для сознания Кришны. Нет, сознание Кришны для всех. People may be in passion and ignorance, but still they may be attracted or interested in Krishna consciousness. Люди могут находиться в страсти или в невежестве, но они могут интересоваться сознанием Кришны. And these people who are in the mode of goodness, they may not be interested in Krishna consciousness. А вот как раз люди в гуне благости, их может не интересовать сознание Кришны. They just want to be in the mode of goodness. Они просто хотят оставаться в гуне благости. They don't want to be devotees. Они не хотят быть преданными. They don't want to surrender to Krishna. И они не хотят предаться Кришне. They just want to be a good person. Им просто нравится быть хорошими людьми. So, of course, from the mode of goodness, it's easier to transcend. И, конечно, с гуны благости проще подняться на трансцендентный уровень. Because the mode of goodness is like up here, and to transcend, it's just a little bit further. You just have to go a little further to transcend. Гуна благости — это как своего рода трамплин, с которого можно подняться на этот трансцендентный уровень. But if you're in the mode of passion and ignorance, then you're way down, and you're in the bottom, you know, like, and you have a long way up to get up, to get free of the mode. Но если мы находимся ниже в этих гунах, чем ниже мы находимся, тем сложнее нам подняться наверх. So, that's why it's recommended that you have to get free of passion and ignorance. Поэтому нам рекомендуется избавиться от этих низших гун, страсти и невежества. And then, from the mode of goodness, then we can begin to transcend. И затем из гуны благости мы можем подняться дальше. So the Yamadutas, they only knew about people. They thought principles of religion are in the Vedas. И Ямадуты, они думали, что принципы религии содержатся в Ведах. But that's material religion. Но это материальная религия. Material religion in Srimad Bhagavatam is condemned. Но материальная религия осуждается в Шримад Бхагаватам. It is called cheating religion. Это называется религия обманщиков. Dharma prajita kaitava. Kaitava dharma. Kaitava dharma means cheating religion. Kaitava dharma значит религия обманщиков. People worship God to get material benefit. Люди служат Богу для того, чтобы получить какое-то благо от Него. We go, we pray to Him, I love you, I love you. Мы молимся, Господи, я люблю Тебя, я люблю Тебя. But we're thinking, where's the money? Но мы думаем, где деньги? Give me the blessing. Дай мне, пожалуйста, благословение. And the blessings is sense gratification. И это благословение, это чувственное удовольствие. So this is not real religion. Это не настоящая религия. This is the cheating religion. Это обманная религия. Now, generally, when where people are a little religious, we often find that their religion is like that. И когда часто мы думаем о религиозных людях, эти люди оказываются именно такими. The Hindu, the Christian, the Jew, the Muslim, they are all like that. Индусы, мусульмане, евреи, христиане, чаще всего они такие. They worship God to get some material blessings. Они служат Богу для того, чтобы получить материальные благословения. They think this is religion. They think religion is to get my to satisfy my senses. Они думают, что в этом принцип религии, чтобы удовлетворить мои чувства. So this is material religion. То есть это материальная религия. Srimad Bhagavatam wants us to give up that kind of approach to religion. И Шримад Бхагаватам заставляет нас отказаться от такого подхода к религии. To come to the higher platform, the transcendental platform. И подняться на более высокую трансцендентную платформу. And that means surrender to Krishna. Это означает предаться Кришне. Surrender. What is surrender? Предание. Что значит предание? Surrender means accepting whatever situation Krishna puts us in. Это означает, что принимать то положение, в которое нас помещает Господь. Just like Queen Kunti was put into so many difficult situations.
Например, как царица Кунти, она была помещена в очень многие трудные ситуации. But she accepted all these situations. Но она принимала все эти ситуации. And she saw that these all the difficulties which she went through were helping her to become Krishna conscious. И она говорила, что все трудности, через которые она проходила, помогали ей оставаться в сознании Кришны. It is just having a comfortable life, an easy life, a happy life. It's not very good for us. Вести какую-то удобную, приятную, легкую жизнь — это не будет для нас благом. Because we should understand that everything in this world is temporary. Потому что мы должны понять, все в этом мире временно. And so whatever we have, we're enjoying, we're happy in this world. It's temporary. It's not going to always be there for us. К чему бы тут ни привязывались, чем бы ни наслаждались, все это будет временным для нас. So we have to cultivate detachment. Поэтому нам нужно развивать в себе отречение. That is why the Vedic system prescribes different ashrams. That after family life, then there is retirement, and then there is renunciation. Поэтому веды предписывают различные ашрамы, в которых мы переходим из одного ашрама в другой, постепенно к отречению. And even the great kings did like that. Даже великие короли так делали. The great kings were having great, you know, they would have a lot of sense gratification, but they would retire, they would give up their throne, they would retire, and then they would go and do tapasya, go and do austerities. Эти цари, они в течение жизни получали очень много чувственных наслаждений, но в конце жизни они приходили к отречению, совершали тапасию, они совершали аскезы. Because they know they have to prepare for the next life. Потому что они знали, что им нужно подготовиться к следующей жизни. Right? When we get to 50, the Vedas say, from the age of 50, one should retire and begin to prepare for the next life. Веда говорится, что по достижении 50 лет нужно отходить от материальной жизни и готовиться к следующей жизни. It says pancha sorvam vanam brajet. From the age of 50, you should go to the forest, live in the forest and do austerities. Веда говорится, после 50 лет нужно уйти в лес и совершать там аскезы. In Russia, a lot of people live in the forest, huh? В России много людей в лесу живет. Yeah, I see many people live. Я вижу, что в России на самом деле очень много людей живет в лесу. Are they doing their austerities? Они совершают аскезы. In some ways. Ну, в некотором роде. Yeah. So, of course, Prabhupada said, he said, in this age, not so easy to go to forest. Прабхупада говорил, что в этот век очень трудно уйти в лес. But he said, go to the Krishna conscious movement. Take shelter of the Krishna conscious movement. Но можно прийти в сознание Кришны. Примите прибежище в сознание Кришны. And Prabhupada mentioned like Vrindavan, Mayapur. Движение в сознание Кришны. Да, имеется в виду движение. Movement. Yeah. Vrindavan, go to the places like Mayapur and Vrindavan. They're meant for retirement. Например, такие места, как Вриндаван или Майяпур, туда можно уйти. And live there and do devotional service. Уехать туда и совершать там преданное служение. И таким образом подготовиться к концу жизни. Подготовиться к следующей жизни. Because whatever we're doing in this life, what is our consciousness in this life, it will take us to the next life. Что бы мы ни делали в этой жизни, какое бы сознание ни развили, такая будет наша следующая жизнь. So we want to cultivate Krishna consciousness. We have to put ourselves into the proper situation. Поэтому мы должны подготовить свое сознание к сознанию Кришны, чтобы оказаться в правильной ситуации. We have to find the right association to help us to cultivate Krishna consciousness. И мы должны найти правильное общение, чтобы развить это сознание Кришны. Of course, it may be difficult to go to Vrindavan, Mayapur, but there are places in Russia where there are communities of devotees. Может быть, сложно уехать в Майяпур или Вриндаван, но в России также есть общество сознания Кришны, общество преданных. There's one devotee in Vladivostok, Dwarkadish Prabhu. He's got some land there, and he's lived some distance away between Nahodka and Vladivostok.
He has got some farm, and he is living there, and he is cultivating the land. Например, как есть один преданный во Владивостоке, Двара Кадиш Прабу, и у него есть своя земля между Находкой и Владивостоком, а у него там своя ферма, и вот он занимается обработкой земли. And he would like have more devotees also come there and work with him. И он хотел бы, чтобы туда приехало больше преданных и работали вместе с ним. This way, cultivating the living of the land and practicing Krishna consciousness and preparing for the next life. То есть таким образом работать на земле, развивать в себе сознание Кришны и подготавливаться к следующей жизни. So the principles of religion are given to us. They're not made by man, but they're given to us by the Lord Himself. И принципы религии, они даны нам, но они даны не человеком, а самим Господом. The first line of the verse is very well known, often quoted by Prabhupada. Dharmam tu sakshat bhagavat pranitam. That the principles of religion come from the Lord. Есть очень часто цитируемая фраза из стиха, что принципы религии даны, цитируемые Прабхупадой, что принципы религии даны нам Господом. And these principles are taught to us through great devotees. И эти принципы даются нам великими преданными. So the next verse in here in Srimad Bhagavatam goes on to mention the names of the Mahajans. И в следующем стихе в Шримад Бхагаватам даются описание этих личностей, этих махаджан. Mahajan means great souls. They're all authorities in the process of devotional service. Махаджан это значит великие души, которые дают нам науку преданного служения. And one of them is Yamaraj. И один из них это Ямарадж. Ямарадж himself, the god of death, he is an authority on devotional service. Господь Ямарадж является также одним из авторитетов преданного служения. And he is speaking to his servants, his messengers, the Yamadutas. He is telling them about the principles of religion. И здесь Ямарадж как раз объясняет своим слугам, своим посланникам принципы религии. So these Mahajanas, they're some of them are grihastas and some of them are single brahmacharis or renounced. Некоторые из этих махаджан являются грихастхами, а некоторые являются брамачари. Свайамбу. Свайамбу means Lord Brahma. He is one of the Mahajans. Свайамбу это Брама, он один из махаджанов. And then Narada Muni. Затем Narada Muni. He's a brahmachari. Он брамачари. Lord Brahma is not a brahmachari, he is a grihastha. Господь Брама, он не брамачари, он грихастха. And then Shambhu means Lord Shiva, he is also grihastha. Затем Шамбу, это Господь Шива, также грихастха. Then Prahlad Maharaj is a grihastha. Затем Прахлада Махарадж, он тоже грихастха. Janak Maharaj is also a grihastha. Janaka Maharaj также грихастха. He was the father of Sita, who became the wife of Lord Ramachandra. Он был отцом Ситы, которая стала женой Господа Рамачандры. And then Bhishma, grandfather Bhishma, he was a brahmachari. И Бишма, дед Бишма, он был брамачари. Kumar, the four Kumaras, they're all brahmacharis. Четыре Кумара, они все брамачари. Kapila, also brahmachari. Капила также является брамачари. Lord Kapila was the son of Devahuti and Kardama Muni. Господь Капила был сыном Девахути и Кардама Муни. But he was renounced. И он был отречен новой жизни. Then Manu, the father of mankind, he's a grihastha. Затем Ману, он является отцом всего человечества, он также грихастха. Then Bali Maharaj is a grihastha. Бали Махарадж, он грихастха. Then Sukadeva Goswami. Затем Сукадева Госвами. The son of Vyasadeva. Сын Вьясадева. He is renounced. Он был отречен на образ жизни. And then Yamaraj. И затем Ямарадж. So we see the authorities on devotional service that they don't belong to any one particular ashram. Итак, мы видим, что эти авторитеты преданного служения, они не принадлежат какому-то определенному ашраму. Spiritual advancement does not depend on an ashram. Духовное продвижение не зависит от ашрама. These ashrams are material. They're different designations for material, the material world.
Все эти ашрамы, они материальные, это лишь обозначение для материального мира. And they don't indicate a person's spiritual advancement. Они не являются показателем духовного развитости. Just like in the Bhagavad Gita, Arjuna wanted to understand how we could know who's situated in transcendence. Как Арджуна в Бхагавад-гите, он хотел узнать человека, который находится на трансцендентном уровне. Arjuna asked Krishna, how will he speak? How will he walk? How will he sit? Он спрашивал, как ходит этот человек, как он сидит, как он говорит. Right? So then Lord Krishna describes how the person who is actually in transcendence, then he has conquered over his mind and senses. И Кришна объяснял, что человек, находящийся на духовном уровне, он полностью победил свои чувства. He doesn't say he has to be a brahmachari or a sannyasi. He can be in any order of life. Он не стал говорить, что ты должен быть брахмачари или саньяси, он может быть находиться в любом укладе жизни. Lord Chaitanya's associates were mostly grihasthas. И ближайшие спутники Господа Чайтанья, в основном они были грихастхи. Lord Chaitanya himself became a sannyasi when he was only 24 years old. И Господь Чайтанья сам стал саньяси, когда ему было 24 года. But his associates were mostly grihasthas. Но он общался в основном с грихастхами. Lord Nityananda was a grihastha. Господь Нитянанда был грихастха. He married two sisters. Он женился на двух сестрах. And Advaita Acharya also was a grihastha. He had six sons. И Адвайта Ачарья был грихастхой, у него было шесть сыновей. And then Шривас Пандит, he also was a грихастха. И Шривас Пандит также был грихастхой. Гадарха was a брахмачари. Но Гадхар был брахмачари. Then Chandrasekhar, Tapana Mishra, they were also very dear associates of Lord Chaitanya. They were grihasthas. Эти двое преданных также были грихастхами. So, like that, it's not important what position one is in society. Это совсем не важно, какое положение мы занимаем в обществе. Someone may be very rich. Кто-то может быть очень богат. Like Maharaj Pratiparudra, the king of Puri, he was very rich. Как Махарадж Пратипарудра, он был очень богат. And Пундарик Видьянидхи, he was also a wealthy landowner. Виндитка Пундара Виндаринитхи, он был также большим жертвователем. But they were good devotees. Но они были хорошими преданными. Their wealth did not obstruct their devotion to Krishna. Их богатство не отвлекло их от Кришны. And similarly, Kolaveka Sridhar was a very poor man. He lived only selling bananas. Как говорит Калавеча Шридхар, это был очень бедный человек. Он жил тем, что продавал банановые листья. But whatever income he got, he always spent 50% to worship Mother Ganga. И 50% своего дохода он тратил на поклонение Матери Ганге. And there was another devotee called Suklambar Brahmachari. He was also very poor. И был еще один преданный, который звали Шукламбар Брахмачари. Он также был очень бедным. И он жил тем, что просил подаяния. And he would beg some rice from people. И он просил немного риса у людей. And so when you go begging for rice, they won't give you the best rice. They'll give you the broken pieces of rice. И когда кто-то ходит и просит риса, подаяния риса, ему никогда не дадут хорошего, ему дадут битый рис. So Suklambar was collecting the broken rice every day, and he would cook this rice with some green leaf. И этот преданный, он собирал этот рис и готовил его на листе банана. So Lord Chaitanya asked him, he said, I want to eat with you today. I want to come and eat food with you. Но Господь Чайтанья сказал, я хочу сегодня отобедать вместе с тобой. Можно я поем вместе с тобой? And when Lord Chaitanya came and ate the rice, he said, oh, I've never tasted such nice rice. И когда Господь пришел и попробовал этот рис, он сказал, я никогда не ел такого вкусного риса. It's so good. Это так вкусно. Because Suklambar had begged the rice. Потому что Шукламбар, он ходил и собирал этот, просил этот рис. And he cooked it with pure love and devotion. И готовил его с огромной чистой любовью. So we see, we cannot understand a person's spiritual situation by material things.
Мы никогда не сможем понять духовное положение человека по материальным вещам. We have to see who is actually following the religious principles. Мы должны смотреть, кто следует принципам религии. And what is the highest principle of religion? И каков главный принцип религии? Here Prabhupada talks about surrendering to Krishna. Здесь Прабхупада говорит о предании Кришне. But when Lord Chaitanya talked to Ramananda Rai, Lord Chaitanya said, "No, you can go higher." Но когда Господь Читания обсуждал это с Рамананда Роем, он сказал: "Нет, тебе нужно идти еще дальше." Because people often surrender to Krishna for some material reason. Потому что некоторые люди предаются Кришне по разным мотивам. There was one man in Hong Kong, an Indian man. He came to Prabhupada and he said, "Swamiji, I want to become a sannyasi." И был такой случай в Гонконге, там был один преданный из Индии. Он пришел к Прабхупаде и сказал: "Прабхупада, я хочу стать саньяси." So Prabhupada asked him why. Прабхупада спросил его почему. He said, "Oh, my wife, my four children make my life terrible. I want to get away from them." Он сказал: "Моя жена и четверо детей делают кошмар из моей жизни. Я хочу от них наконец-то отделаться." So that is not a good reason to surrender to Krishna. Это не является хорошим мотивом для того, чтобы предаться Кришне. You cannot think I'll surrender to Krishna to get away from my responsibilities in the material world. Я не должен думать, что я могу предаться Кришне для того, чтобы избежать своих обязанностей в материальном мире. Lord Chaitanya did not take sannyas to give up his responsibilities. Господь Чайтанья принимал саньясу не для того, чтобы забросить свои обязанности. Of course, Lord Chaitanya had an elderly mother and a young wife. Конечно, у него была мать в возрасте и молодая жена. And Lord Chaitanya left them. И Господь Чайтанья оставил их. Because he had a higher responsibility. Потому что у него были обязанности намного выше. He had to distribute Krishna consciousness to the world. Он должен был распространить сознание Кришны по всему миру. So that was a higher responsibility than just taking care of his own wife and mother. И эти обязанности, они были выше тех, чтобы заботиться о своей матери и жене. But he did not neglect his wife and mother. He arranged that they would be taken care of. Но он не пренебрег их положением. Он устроил так, чтобы мать и жена о них должным образом позаботились. His followers took care of. Чтобы его последователи позаботились о них. So becoming a devotee, following the principles of religion, does not mean we become irresponsible. But it means we become more responsible. Стать преданным и следовать принципам религии — это не значит стать безответственным. Это значит стать еще более ответственным. Becoming a devotee doesn't mean that we give up serving our husband. Стать преданным — это не значит перестать служить мужу. That your husband should think my wife is a better wife since she's become a devotee. Муж должен думать: моя жена стала еще намного более лучшей женой с тех пор, как она стала преданной. If the husband complains that my wife is chanting Hare Krishna all the time, she's not serving me like as well as she used to. She's become a devotee of Krishna. She doesn't serve me anymore. Then this is not good. Если муж думает: вот теперь она только днями и ночами повторяет Хари Кришна и не служит мне, как это делала раньше, то это не является хорошим. Or if the wife complains that my husband's become a Hare Krishna, he doesn't take an interest in me anymore, then this is not good. И если жена думает: вот теперь мой муж стал преданным, он только повторяет Хари Кришна и не обращает на меня никакого внимания, это тоже не есть хорошо. We should be better husbands and better wives after becoming a devotee. Мы должны стать еще более лучшими мужьями и женами после того, как стали преданными. If the husband thinks that, oh, I come home at night, my wife just chants Hare Krishna, she doesn't cook for me. Если муж приходит вечером и видит, что его жена повторяет Хари Кришна и дома не приготовлена, then this is not very good. Тогда это не очень хорошее положение. And if the husband also doesn't take care of the wife and family, gives all the money to Krishna, he doesn't give any money for the home, then it's not good. И если муж отдает все деньги на движение, не заботится ни о жене, ни о семье, это также не очень хорошо. We have to be more responsible in the service of Krishna. Мы должны стать еще более ответственными в
служение Кришне. And so, Lord Chaitanya asks everyone to surrender to Krishna. And surrender to Krishna, Krishna is in the heart of everyone. Господь Чайтанья хотел, чтобы все предались Кришне. Господь Кришна находится в сердце каждого. So he's also in the heart of our family members. The family members are also part of Krishna. И Господь находится также в сердцах членов нашей семьи. Они также являются частями Кришны. Not an obstacle to our Krishna consciousness. Это не должно быть препятствием на пути в сознание Кришны. The principles of religion are not difficult for people to follow when we are sincere in our efforts to become devotee. Принципам религии не так сложно следовать, если мы искренне хотим стать преданными. Of course, some people they say, "Oh, it's very hard for me. I was just in Sakhalin. There's one man there in Sakhalin. He smokes cigarettes, you know, and for years he's trying. He cannot give up cigarettes." Сейчас я приехал в Сахалин, и там есть один человек, который уже 4 года не может бросить курить. Of course, I can understand that somebody has been smoking cigarettes for 30 years. It's very difficult to give up the habit. Конечно, я понимаю, что если человек курил 30 лет, то ему сложно избавиться от подобной привычки. So he told me, he said he went to the Holy Dham. He went to the Holy Dham. I said, "Did you give up smoking cigarettes in the Holy Dham?" He said, "No." И он недавно ездил в Святую Дхаму, и я спросил, когда ты там был, ты бросил курить? Он сказал, нет. But he got the mercy of a devotee. A devotee really chastised him. He said, "You're so rascal. You come here and smoke cigarettes every day." Но он получил милость от преданных. Преданные отчитывали его просто каждый день. Ему говорили, негодяй, сколько можно курить? Ты куришь каждый день. Sometimes is, but well, there was one man in Indonesia. He was telling Prabhupada, he says, "Swamiji, I love Krishna, but I also love wine." Был один человек в Индонезии, который говорил Прабхупаде: "Прабхупада, я люблю Кришну, но я также люблю вино." Prabhupada said, "Then, when you drink the wine, you should think this is the taste of Krishna." И Прабхупада ему сказал, когда ты пьешь вино, то ты должен думать, что это вкус Кришны. Расохам абсуконтия. Krishna said, "I am the taste in water, the taste in the liquid." Кришна говорит в Бхагавад-гите, я вкус воды. So, this way Prabhupada was encouraging the man. He said, somehow you have to connect your bad habit to Krishna. И Прабхупада таким образом давал людям возможность соединить свою дурную привычку с Кришной. Hopefully one day we'll be able to get free of the attachment. И когда-нибудь в один день они смогут освободиться от этого, от этой привязанности. But of course we're thinking, well, the wine is also Krishna, so we drink more wine. Главное, чтобы мы не думали, что если вино это Кришна, чтобы мы не стали пить больше вина. Oh, Krishna is very wonderful. He comes in this wine. У Кришны такой замечательный, он приходит через это вино. You become a bigger drunkard. И стать еще более сильным алкоголиком. So, actually, even I know some devotees, although they're initiated in Krishna consciousness for quite a long time, but they, every day they have to drink a cup of tea. Я знаю преданных, которые получили инициацию уже очень много лет назад, но все-таки каждый день они пьют чашечку чая. Tea. Tea, yeah. Yeah, they become, it's these kind of habits are hard to give up. Это очень сложная привычка, от которой трудно избавиться. But still they do a lot of service for Krishna. Но так или иначе, они занимаются служением Кришне. So even though someone cannot follow all the principles of religion, but if they're attached to Krishna, if they're somehow thinking of Krishna, then that is the most important principle. Иногда очень сложно следовать всем принципам религии, но если мы привязаны к Кришне, то тогда мы сможем от них освободиться. Smartavyam satatam Vishnu, Vishmartavyam jatukrit, sarvi vidhi nisidashur etayor eva kinkara. The most important principle over all principles
is to always remember Vishnu or Krishna and never forget. Самым главным принципом является всегда помнить Кришну и никогда о нем не забывать. So if someone's remembering Krishna, even they're smoking cigarettes or drinking alcohol, that's not proper, but still, if they're remembering Krishna, then it's good. Если человек даже выпивает или курит, но в то время он всегда думает о Кришне, то тогда это все-таки принесет ему благо. And actually, this man who smokes cigarettes, his son is a very nice student. His son. У этого преданного, который курит сигарет, у него есть сын. И он очень хороший преданный. The father, he smokes a lot of cigarettes. And he's also a devotee. He comes every time for the programs, the recyclings. He went to the holy dham. He can't stop smoking cigarettes. Это очень хороший преданный. Он приходит на программы. Он ездит в святую дхамму, но он может перестать курить. But his son is a devotee. Но его сын преданный. So, the son can deliver the father. Отец может освободить. Сын может освободить своего отца. The son is called Putra, saves the father from going to hell. Сына называют Путра, тот, кто освобождает от оков ада. Put is a hellish planet. Put это значит адские планеты. And so, the father wants a son who can deliver the father. Любой отец хочет, чтобы у него был сын, который его освободит. If the son is not a devotee, then father thinks, better I just simply pass urine instead of having a child. I should have just passed urine. Лучше бы я сходил в туалет, чем родил сына. Если сын не становится преданным, то отец думает вот так. То есть человек думает, лучше бы я сходил в туалет, вместо того, чтобы родить этого сына. There are two. There's the word putra and mutra. Есть путра, а есть мутра. Путра means the sun, мутра means urine. Путра означает сын, а мутра означает моча. They both come from the same place. И они оба исходят из одного места. So the father, if the son is not a devotee, the father thinks better, I just passed urine. И поэтому, если сын не становится преданным, такой отец думает, лучше бы я просто в туалет сходил. Because my son is not going to deliver. Потому что мой сын не спасет меня. Any question? Что есть вопросы? Thank you very much. Вопрос такой, что есть вселенные, где Господь Брахма говорится непреданный. There is a universe where Brahma is not devotee of Krishna. Is there a universe where Brahma is not? There is. Yes, there is. There is a universe where Brahma is not devotee of Krishna. И как то есть складывается там отношения, так скажем, с Господом, то есть как-то влияет это на карму или на духовное развитие, вообще на духовное развитие этих обитателей. Does it have some effect on their development on these planets, on their spiritual development of these people in this universe? No, because although Brahma is not a devotee, He's not an atheist. He's just not pure devotee. He's not fully surrendered. But he's the most pious. To get the position of Brahma, he has to be very, very pious. Нет, это не влияет, потому что он не является преданным, но он и не является атеистом. Для того, чтобы стать Брахмой, нужно быть очень благочестивым человеком. And he has to be very intelligent. И нужно быть очень разумным. Because he has to do an important service. Потому что ему придется выполнять очень важное служение. And so, yeah,
of sometimes in Brahma is not a devotee, that is not going to go back to Godhead, you take birth again. Да, иногда такое случается, что Брама он не преданный, он не собирается возвращаться к Богу, он собирается принять другое рождение. But it's not an obstacle for the universe. Но это не является препятствием для Вселенной. Because the Lord Himself can come. The Lord Himself can incarnate in the universe and deliver everyone. Потому что Господь сам приходит в эту Вселенную, он сам может туда спуститься и освободить. There are many other great sages and great personalities in the universe. It's not all depending on Brahma. Во Вселенной находится также много других святых, которые могут помочь. Не все зависит от Брахмы. The demigods are just, they're given some administrative position. They have to manage the affairs of the universe. Боги, они занимают административное положение и выполняют определенные функции в этой Вселенной. But I explained the other day that demigods are not pure devotees. И как-то я уже объяснял, что полубоги не являются чистыми преданными. We're lucky in this particular universe, Brahma is a pure devotee. Нам очень повезло, в нашей конкретной вселенной Брахма является чистым преданным. It's described how Lord Brahma shook hands with Krishna. Описывается, как Господь Брахма, он пожимал руку Кришне. Right? It's mentioned in the second canto. Это упоминается во второй песне. And this indicates that Lord Brahma has in Sankara, so means friendship relationship. Это означает, что Господь Брахма имеет дружеские отношения с Господом. So in this universe we have a pure devotee for Lord Brahma, but in some other universes Brahma may not be a pure devotee. There are many, many universes, and it's not always that Brahma is a pure devotee. He has to become a pure devotee. Нам повезло, в нашей вселенной Брахма является чистым преданным, но есть много вселенных, где Брахма не являются преданными. Есть также много разных вселенных, где Брахма станет преданным. Just like Lord Brahma did tapasya. In this universe, Lord Brahma became a pure devotee. He did tapasya, and he got pure, and then he meditated, and Krishna appeared to him. Господь Брахма, он совершает тапасию, он очищается, он становится чистым преданным, и Господь появляется перед ним. So, yeah, the Brahmas can become pure devotees. Господь Брахма, он стал чистым преданным. Он может стать чистым преданным. They need association also. Ему также нужно правильное общение. They need to hear. Ему нужно слушать. So the Lord comes sometimes, he gives also mercy, can give also mercy to Lord Brahma. И Господь иногда скается, он проявляет свою милость Господу Брахме. Brahma committed something of an offense 5,000 years ago because he stole away the cows and the cowherd points. 5,000 лет назад Брахма совершил оскорбление, когда он украл коров и пастушков. Now, in the line of Madhva Acharya, Brahma is the Adi Guru. В линии Madhva Acharya Брахма является изначальным гуру. So they don't like this pastime. They take this pastime out of the Srimad Bhagavatam. Им очень не нравится эта игра, они просто изъяли ее из Шримад Бхагаватам. Because they don't like to think of Lord Brahma doing such a thing. Потому что им даже не нравится мысль о том, что Господь Брахма мог сделать что-то подобное. But it's there. It's part of the Bhagavatam. Но это часть Бхагавата. The illusion of Lord Brahma. Это было заблуждение Господа Брахмы. And it's also mentioned how sometimes at the end of Brahma's life, some Brahmas, they don't go back to Godhead, they enter into the body of Mahavishnu. It also указывается, что в конце жизни Брахма он может войти в тело Махавишну. And then they take birth again when the next creation takes place. И в следующий момент творения он принимает рождение в материальном мире. Not only Brahmas, but even sometimes the four Kumaras. И даже не только Брахма, но еще и четыре Кумары. They also may not be pure devotees. Они также могут быть нечистыми. They have to take birth again. Им приходится рождаться вновь.
because they still have some attachment, some desire to enjoy or to lord over material nature. Потому что у них есть привязанность, у них есть желание контролировать материальную энергию. So of course we can see it's not so easy thing to get out of the material world. Поэтому мы должны понять, что это не так просто выбраться из материального мира. Just like if you're in the prison, it's not easy to get out. Теперь, когда вы в тюрьме, так-то просто оттуда выбраться. But we're here in this material world, we're prisoners. И здесь, в материальном мире, мы заключенные. Not easy to get out. И не так-то просто отсюда выбраться. But if we surrender to Krishna, if we just surrender to Krishna, just simply take shelter of Him, then Krishna can deliver us from the material. Но если мы предадимся Кришне, если мы примем Его прибежище, освободит нас из этого мира. We can't do it by our own efforts. Мы не сможем никогда сделать это собственными усилиями. But Krishna can do it by His efforts. Но Кришна сделает это своими усилиями. We're in the ocean of material existence. Мы находимся в океане материального существования. And Krishna comes on the back of Garuda and picks us up out of the ocean. И Господь, Он прилетает на спине Гаруды и вытаскивает нас отсюда. We're in the ocean. Help, help, help. Мы в океане, мы зовем на помощь. And Krishna comes on the back of Garuda and picks us up. И Господь прилетает на спине Гаруды и вытаскивает нас. So Krishna is the deliverer of the devotees. Поэтому Кришна, Он освобождает преданных. It's not our sadhana, it's not our knowledge, it's not our austerities. Это не наша садхана, это не наши знания, это не наши аскезы. All of these things will not save us at the time of death. Ничто из этого не спасет нас в момент смерти. We're dependent on Krishna. Мы зависим от Кришны. To get the mercy of Krishna. And it comes also through His devotees. Мы зависим от Его милости, она приходит через преданных. If you're blessed with the if we're blessed with the mercy of devotees, then Krishna is very kind to the devotees. Если мы благословлены милостью преданных, тогда Он будет очень добр к этому преданному. Just like in Vrindavan, everyone chants Radhe Radhe. Это как во Вриндаване все повторяют Радхе Радхе. So Prabhupada said, if Radharani gives His blessings, then certainly Krishna will deliver. Well, Krishna will pay attention, will deliver. И Прабхупада говорит, если Радхарани она проявит свое внимание, то Кришна обязательно спасет. But Prabhupada didn't chant Radhe Radhe. Но Прабхупада никогда не повторял Радхе Радхе. When people would say Radhe Radhe to him, he would say Hare Krishna. Когда люди ему говорили Радхе Радхе, он отвечал Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna means Radha Krishna. The same. Hare Krishna означает Radha Krishna. Lord Chaitanya chanted Hare Krishna. Господь Чайтанья повторял Hare Krishna. So we're following Lord Chaitanya. И мы последователи Господа Чайтанья. Есть еще вопрос. Мы упоминали гуны, да, и гуна благости – это трамплин. И вот по ведам, по ведическим, да, представлениям в обществе может существовать ашра, вара, да, и такая община и место ашрам, где развиваются преданные, где они могут на духовную платформу. То есть насколько оно актуально сейчас развивать эти ашрамы и как бы объединяться в одну большую семью, для того, чтобы духовно развиваться, или достаточно как бы остаться в текущем положении, ну, как семьи. То есть вот такая разделенность, как сейчас есть. Вот такой вопрос. То есть, еще, чтобы понять, то есть есть какая, стоит ли нам
сохранять вот это свое отдельное положение как пассивных по ячейкам, либо нам нужно пытаться объединиться в одну общую общину. Ну, то есть иметь, да, строить ашрам для того, чтобы было как бы легче духовно развиваться. Жить там, чтобы строить какой-то ашрам, чтобы, да, жить там вместе. Да, именно вот это гуна благости, общество. Или вот каждый остается на своих местах. Может. То есть гуна благости лучше вместе строить или по отдельности? В этом? Имеется в виду ашрам. Ашрам. Как его роль? Роль ашрама. Духовного развития. So we mentioned how the mood of goodness is important and how it's hard to contain it in our life. So what is the best way to try to develop in the small groups, in the families, or try to build big congregation to develop together, to build ashram, where we can develop together? Well, when you have a young family, you need to have your own home. Если у вас есть маленькие дети, вам нужен отдельный дом. So, generally, you want to cultivate the mode of goodness first for yourself. В первую очередь нужно развить гуны благости для себя. But if you have, I was mentioning about Dwarkadish Prabhu. He, you know, he has a land and it's, you know, it's the idea is that people can live more natural life away from the city and not depending on jobs in the country, in the city, but working for themselves. Я упомянула Дваракадиша Прабху, который живет далеко за городом, он находится в независимости от города. Там можно заниматься работой, не зависеть от города. Prabhupada often encouraged devotees that they should have some kind of land and live off the land and have a cow, and then you have some milk from the cow and you live off the land, you grow some vegetables. Прабхупада часто вдохновлял преданных для того, чтобы они жили на земле, для того, чтобы они занимались земледелием, держали корову, выращивали овощи. If we can grow our own food, it's better than depending on others to grow the food for us. Если мы можем вырастить еду сами для себя, то это намного лучше, если зависим от кого-то, кто это делает для нас. Nowadays, you know, everything is full of chemicals and so many fertilizers. It's not natural. The food we get is not pure, not natural. Сейчас продукты, которые продаются, в основном они полны химикатов, различных удобрений. Не являются полезными. If we grow our own food, it's very nice for Krishna. Krishna prefers that kind of food. И если мы выращиваем продукты сами, то это больше нравится Кришне. Ему нравится больше натуральная еда. So, if you can get people together who are willing to do it, then it's nice. Otherwise, you can also do it alone. Если у вас есть возможность собрать людей вместе для того, чтобы вместе этим заниматься, это очень хорошо. Ну, в другом случае делайте это сами. Dwarkadish is, I think he's alone there. Dwarkadish, он сейчас там, скорее всего, он один. Я думаю, he что got там some один. Land. He got some land, and he's living there with his wife and child. У него есть там земля, участок земли, он живет там со своей женой и ребенком. And they're happy, they're comfortable. И они счастливы, им очень удобно там жить. So, yeah, you can, if other people join you together, then it's also very nice. Если люди вместе объединяются, это тоже очень хорошо. You live in a community, then you can help each other. Если они живут в какой-то общине, они могут помогать друг другу. It may take one person to begin on their own first. Но сначала один человек может это начать. And then other people gradually come. И постепенно люди присоединятся. Prabhupada said, these cities will not last forever.
Он говорил, что эти города, они не будут стоять вечно. All of these big factories and things, they will not last. Все эти заводы и фабрики, они не вечны. It's better to live naturally, depending on God. Лучше жить естественной жизнью и зависеть от Бога. So farming, living off the land, it's the most pious profession. Сельское хозяйство – это самая благочестивая деятельность. People told me many times the Chinese, they come here to Russia, and they get the land, and they grow the vegetables, and they sell the vegetables. Мне часто рассказывают люди, что китайцы приезжают в Россию, они покупают здесь землю, они выращивают фрукты, овощи и продают их. Russian people don't want to do the work. А русские не хотят этим заниматься. But we should just like every day Tatyana is giving me nice green leaf vegetables from her mother-in-law's land. Например, как-то Таня каждый день она дает, готовит мне из чистых продуктов, выращенных на огороде ее матушки. She told me all the vegetables that I'm having every day are from the mother-in-law's land. They grow. Она говорит, что это все чистые продукты, которые выросли на огороде. That's very nice. Это очень здорово. The land, the soil is good. It can grow nice. Very quickly. Если солнце светит, то все будет расти очень быстро. And you can save what you grow in the summer, you can save through the winter. И то, что вы вырастили летом, вы можете оставить на зиму. I have seen in China that they get the cabbages and they put them outside the house and they have a big pile of all the cabbages and the whole winter they're outside and they take one. Я видел в Китае, как они кладут капусту в мешки за окном, и то есть всю зиму у них хранится эта капуста. You don't need cold storage. Вам не нужны никакие подвалы. You just put outside. Можно просто это вот за окно, на балкон. It won't go bad. И оно не испортится. Okay. You can solve your economic problems. Это может решить ваши экономические проблемы. Depending on the land. Если вы будете зависеть от земли. But if you live in the city and you work in the factory, then you have to be in the factory all day, unnatural environment, no fresh air, no sunlight. It's not very good for health. Но если вы живете в городе, вам приходится работать на каком-то заводе или фабрике. Вы находитесь в неестественной среде, там нет солнца. But if you have some land, you go outside, you can work in the fields. That's very healthy. Но если вы живете на земле, вы выходите в поле работать, это очень естественное и здоровое состояние. Prabhupada said it's the most pious profession. Прабхупада говорил, что это самая благочестивая профессия. So he liked to see the devotees living together like that and having some cows and growing their own food. Ему нравились преданные, которые жили вместе, которые выращивали собственную еду, держали коров. That is much more satisfying lifestyle. Он говорил, что это жизнь, которая приносит удовлетворение. But you live in the city, you work in the company, any day they may fire you, they may sack you, they say no more job, you're closing the company, you lose your job. А когда вы живете в городе, вам приходится работать в какой-то компании, есть постоянный страх, что вас уволят или сократят, скажут, вы больше не нужны на этой должности. And then you're left with nothing. И вы останетесь ни с чем. Two kinds. Speak.
three different three kinds. Three. Three.